Компания NetCraft Computers провела первый семинар из цикла Tech Day для IT-специалистов и системных администраторов. Тема разговора – Voice IP-телефония, системы IP-видеонаблюдения и программного обеспечения. Спикерами были представители компаний D-Link, Microsoft, Lenovo и NetCraft. Это новая форма общения с нашими партнерами, с клиентами. Это, в принципе, семинары, которые рассчитаны не для того, чтобы что-то продать, а для того, чтобы рассказать о полезных технологиях компьютерных. Первая, самая основная цель – это польза и знания. Компания NetCraft специализируется на продаже и обслуживании компьютерной техники, сетевого и серверного оборудования. Семинары из цикла Tech Day NetCraft планирует проводить каждый месяц. Анонсы предстоящих семинаров будут размещены на сайте NetCraft Computers и в группах компании в социальных сетях.